Теперь об антитеррористической операции в Сирии, которая в окрестностях Дамаска вошла в решающую фазу. Боевиков выбивают из Джабара и Хараста. Это самый пригород, откуда экстремисты периодически наносят удары по кварталам сирийской столицы, как это было 3 дня назад, когда мины, кроме прочего, упали на территории нашего посольства. Теперь, после того, как точечные удары российских ВВС лишили террористов большей части оружия и техники, правительственные войска метр за метром очищают сирийскую землю. Боевики не сдаются. Во время съемок под обстрел попали журналисты Первого канала. Наши коллеги, к счастью, не пострадали. Репортаж Сергея Зенина. В машине, которая нас сопровождает, за рулем сидит полицейский, а не военный. Эта территория уже зачищена от террористов. На улицах развешаны сирийские национальные флаги и портреты президента Асада. Здесь обстановка нормальная, но мы приближаемся к линии фронта. Ну вот, собственно, мы и въехали сейчас в боевую зону. Только что был обстрелян дом в 15 метрах от нас. Ага, и вот они, танки. Позиции сирийской армии начинаются здесь, совершенно неожиданно. Обстрел из минометов раз в 5 минут. Ощущение такое, что боекомплект у террористов неисчерпаем. Сейчас нас обстреливают из миномета. Обстрел был короткий, за это время мы, наверное, успеем перебежать к другому подъезду. Один из последних этажей заполнен людьми в форме. В узких коридорах протиснуться тяжело. Обстановка боевая. Звуки разрывов заставляют говорить громче обычного. Вот за этим окном буквально 150 метров от него. Я даже слышу, как работает крупнокалиберный пулемет. Находится позиция террористов. Здесь штаб. Окна, фактически обзорные, с видом. Из окна открывается вид на театр боевых действий. Если бы снаряды не разрывались рядом с нашим зданием, можно было бы подумать, что мы наблюдаем за учениями. На самом деле в кадре настоящая война. Вы видите, как из боя, отстреливаясь, выходит танк сирийской армии. На этом пятачке зажато порядка 300 террористов. Они хорошо окопались и оказывают активное сопротивление. Там, в 500 метрах от нас, вся земля, каждый дом нашпигованы взрывными устройствами. Командир разведроты высыпает на пол трофеи обезвреженные мины разного калибра. На дистанционных устройствах американского типа «Клеймор» стоит фирменное клеймо «Ан-Нусра». Название одного из отделений террористической организации «Аль-Каида». Еще одно доказательство тому, что в Сирии сейчас воюют террористы со всего мира. В первой атаке на наши позиции несколько дней назад участвовало больше 1000 бандитов. Нам удалось уничтожить многих. Видно, что террористы собрали все оставшиеся силы. Они понимают, что это последний шанс. Поэтому и ведут такой активный обстрел. Но это им не поможет. Это редчайший случай, когда удается снять пленного террориста. Сейчас он наблюдает, как обстреливают его позиции сирийская армия, позиции его друзей-бандитов. И корректирует огонь, помогает сирийской артиллерии наносить удары точно. Вот этот человек в майке. Его зовут Ясин Мустафа Рамадан. Сначала говорил, что рядовой, что заставили. Потом признался, что возглавлял отряд в 500 человек. Большинство его людей за 3 дня были уничтожены. В плен его взяли в бою. Я хотел вас спросить, вы же не простой солдат, вы же командир. А почему вы вели своих людей вот на уничтожение мирного населения здесь, в этом сирийском городе? Это был приказ свыше, так говорил наш лидер. Он говорил, кого убивать, куда стрелять, что взрывать. Это большой человек в армии ислама, его зовут Абу Маруф. Еще он известен как Абу Адас. Он шейх, очень богатый и влиятельный человек. Когда мы записывали интервью, над нами прошел бомбардировщик сирийских ВВС и нанес точные удары по позициям бандитов. После этого они долго не вели ответный огонь. Если они приходят к нам с поднятыми руками, мы их не убиваем, самосуд не устраиваем. Этот пленный предстанет перед судом. С командиром ополчения мы говорили во время очередного затишья. Длилось оно меньше часа, но неожиданно террористы возобновили огонь. Ранение получил офицер, с которым мы общались. Несмотря на это, он сначала поинтересовался, не задело ли меня. Мы стояли на балконе, писали интервью, было затишье. Совершенно неожиданно прилетели 2 мины. У нас один раненый. Получил, но, правда, осколком от бетона, который откололся с балкона. Переводчику Мазину первую помощь оказали. Надеемся, проблем не будет. А вот офицера, с которым мы говорили, отвезли в больницу. Осколки от мины засели слишком глубоко. Обстрел тем временем усилился. В короткой паузе мы смогли выбежать во двор к машине, но колеса пробиты, в бензобаке дыра. С линии фронта нас вывозили военные. Доставив нас в безопасное место в 2 километрах от зоны боев, они вернулись назад. Новый автомобиль из Дамаска смог прорваться к нам через несколько часов. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов, Первый канал, Сирия.